Всем привет, ребят! С вами я, Кусамик. Сегодня у нас будет новое видео по Майнкрафтику. Вы реально, как вы могли набрать 1000 просмотров? Уже спрашивать у вас я не буду, просто я не знаю. Ну, давайте мне все равно, что у нас уже там 11. Ребята, это большая честь для вас снимать такие видосики. Но все равно, поставьте лайк, иначе старание ауф будет ничем. Поэтому подписывайтесь, ставьте лайки. Ну, а мы погнали. Так, в прошлой серии мы получили желтый бетон. Не знаю, зачем он нам нужен. Но все равно. Расти, значит, должен был. Ну, а мы пока... А я могу сделать еще больше? Давайте сделаем сегодня будку. Не знаю для кого. Для курочки. Из бетона. Желтого. И белого. Так, так, так. У нас нету белого. Но все равно. Зачем мне нужно бетонный результат? Что же мне делать? Допустим. Так, что нам, ребятки, надо? Нам нужен бетончик. Не знаю, кто меня смотрит из детей. Кстати, напишите в комментариях, кто меня смотрит, когда вы ребенки. Не уверен, что меня кто-то смотрит. Честно, мне 20 лет с лишним. Серьезно? Да ладно. 20 лет, значит, 20 лет. А мы построили... 15-ную цветку метку. Сейчас у нас будет куча бетона. Сломанная алмазная кирка. Ты не в ту сторону полился. Да ладно. Все равно кому-то важно было то, что у меня бетон будет. Вообще, кто-нибудь знал, что так делался бетон? Мне кажется, все знали. Ведь все у меня майнкрафтеры. Они кажут, да, Майнкрафт должен знать, что как делался вообще бетон. Ведь все знают, как делался бетон. Хотя никто не знает, но для вам это не надо. Мы сделали 21 желтый бетон. 23. Нет, 24. Ребятки, в новом году... Я вам... Вот вы обычно знаете, что у меня в новом году появится? В новом году у меня где-то появится канал про А4. Все знают, кто такое А4. Да ведь? Ребят, вы знаете, кто такой А4? Честно, я нет. Для Точка. Я залагал. Кто такой А4? Вот... Я, честно, для эксперимента сделаю этот канал, и мы посмотрим, сколько подписчиков наберется. Или что подписчиков наберется. Гениально! Я угадал, 24 бетона. Я умный. Сначала говорил 21. 21 бетона. Короче, пошли делать собаки на крыше. Ивенького. Также я третий раз повторяю. Наберем лайк. Ну, давайте. Даже на этом ролике мы наберем 3 лайка. Вы часто набираете 3 лайка. Надеюсь, для вас это будет легко. Надеюсь. Потому что вы не набираете. Хорошо, давай, говори. Прошу лайки. Итак, ребята, если вы не подпишетесь на канал Гусарника, то вы реально много потеряете. Если вы не подпишетесь... Уходи отсюда! В этом году... Уйди, я уже... Ладно, ребята, ставьте лайки, подписывайтесь на Гусарник канал. Уйди. Ладно, всем пока. Извините, что ворвался. Ты каждую секунду будешь к нам так приходить. Короче, ребята, опять мошенник.
пришел к нам просить печеньки, но все равно. Ребятки. Мы уже 15 раз сказали про лайки. Надеюсь, больше мы не будем рассказывать про лайки. Поэтому прыжок. Ищем место, куда можно поставить. Вот здесь будет у нас курятина. Здесь будет спавниться кури. Куря. 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 И куря. Так, сколько раз сказала куря? Неважно. Так, это бетономешалка. О, ровно хватило. Так, это как? Цемент вырезать. Шикарно просто. Мы должны взять, открыть. Вот так. Так, мы поставим в виде верхушки. Грязь. Да, ну бас в Майнкрафте. Видите мою алмазную кирку? Если у вас алмазная кирка, то вы не профессионалы. У меня уже 8 земли, зачем я ее начал добывать? Ведь надо было посмотреть, что у меня в инвентаре. В виде верхушки я поставлю землю. На землю я поставлю дерево. Береза. Звать курятина. У меня есть семена. Как раз. Есть. Видите, одна семечка. Куря, беги. Курятина нету. Да ладно. Кому нужна курятина? Так, я хочу сделать грядку сегодня. А чтобы делать грядку, нам нужна курятина. Да хватит говорить про курятину, гусарник. Ну, вообще-то, курятина это одно из самого главного, что нам нужно. Ребятки, мы сегодня должны сделать... Офигеть. А что так быстро прошло 7 минут? Я не ожидал. Капец, 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 капец. Так, курочка, курочка, надо найти курочки. Нет, курочку, поэтому я сделаю сегодня грядку. Завтра вы увидите курятина. Потом у меня будет дом из обсидиана, чтобы никакой крипер не взорвал мой дом. Но вещь он взорвет. Дурак. Где крипер? Фух, надеюсь, никого здесь нету. И закрываем. Ай! Что уже вырос настолько? Давай я сделаю такой знак зодиака. Это будет у меня большое место, которое если кто-нибудь упадет, то будет бам-бам-бам-бам-бам и перки. Могу все равно буду залезать сюда. Вот так вот сделаю. Любой мог такой пам-пам-пам. Вылезть не сможет. И будет много смотрей. Мобов на это. А где мобы? Где вы? Где они? Сынушки есть? У меня опять мирно там стоит. Мирно. Эх, он надо поставить. Чтобы мобы-то спавнились. Блин, а что делать с пауками? Они жирные. Да, на пауков плиток можно завалить. Когда будет вот такой. Как тут? Тут будет проблема.
Ну, ребят, что нам надо? Нам надо поспать. Все, нам. Все, проспался. До свидания. Какой красивый белый мир. Белый кактус. Не вырастил. Ну, а мы делаем железную мотыгу. Зачем нам железную мотыгу? Сделаем деревянную мотыгу. Она что, нам не нужна? Может, мы будем мегафермерами? Мы не мегафермеры. Мы сейчас закончим наше видео. Короче, кстати, внимательно, как нормальные грядки. Берешь, Берешь, поставляешь, ставишь. И прям уже так. Так, что нам надо? Ты не отрасли. Шикарно. Хоп-хоп. Ой, зачем скопал землю? Тростник, тростник, тростник. А где тростник? Ну что, на песке стоит? Тростник на песке ставился. Алло, слушайте у меня. Тростник на песке. Помнится. Прием, прием, я жив. Прием, я пришел. Прием, я взял песок. Нормально. 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 А как тебя поставить? Как его поставить? А он не ставится. Не ешь. Завтра покушаешь. Сейчас нельзя. Уйди отсюда. Да я тут сейчас закончу ролик. В общем, берешь, учи, как делать грядки. Берешь, ставишь. Ну, это будет знак. Ребят, лайкосик за поучительный контент. Я в прошлом серии показал, как делать бетон. Вау. Так это еще более поучительный контент. За это надо поставить лайк, иначе виски... Виски придет и откуда-то в вашу дверь и уйдет. В общем, на этом, мне кажется, видео. Всем до свидания. Всем пока-пока. Пока. Я...